Пензе началась вторая смена юноармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец». Спортивную и военно-патриотическую подготовку в течение 17 дней будут проходить учащиеся 10 и 11 классов нескольких регионов, в том числе молодежь из Самарской области. Лагерь расположен на территории филиала военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Андрея Васильевича Хрулева. Здесь хорошая материально-техническая база, хорошая история нашего Пензенского артиллерийского военного института, хорошие преподаватели, наставники, и ребятам здесь нравится. Окружной проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года. Лагеря базируются в Нижегородской и Пензенской областях. В конце смены юноши по желанию могут вступить в ряды движения юнармия. Полезен лагерь будет и тем подросткам, которые не связывают свое будущее со службой в вооруженных силах. Они здесь сплачиваются, они познают и искусство там, военного какого-то мастерства. Но по большому счету это дети, которые здесь сплотятся между собой. Они поймут, что такое взаимовыручка, взаимная поддержка. Они просто людьми будут.